Новополочанка Анастасия Антохина приняла участие в новом сезоне шоу «Народный повар» на ОНТ. Более 150 заявок, но только 16 счастливчиков смогут продемонстрировать кулинарный талант на глазах у всей страны. В числе кулинаров выступит и новополочанка Анастасия Антохина. Она поделится со зрителями своими уникальными рецептами и фишками в готовке. А пройдет ли Анастасия во второй тур конкурса, узнаем 17 декабря. 7 декабря в спортзале Полоцкой средней школы номер 18 имени Ефросини Полоцкой под руководством опытного офицера-инструктора, кандидата в мастера спорта по армейскому рукопашному бою, воспитанники военно-патриотического клуба «Ракетчик» начали изучать азы армейского рукопашного боя, предварительно пройдя инструктаж по технике безопасности и сдав нормативы по физической подготовке. Минувшее воскресенье полимировец Алексей Демешко и нафтановец Александр Марчук успешно выступили в Кубке Республики Беларусь по гиревому спорту. Из столицы силачи вернулись с наградами. В рывке Александр показал третий результат – 119 повторений. Это позволило нафтановцу стать третьим в двоеборье. В командных соревнованиях Алексей Демешко и Александр Марчук также показали хороший результат. В составе Витебской области силачи из нафтана взяли серебро.